Учащиеся города Кунаев представили Алматинскую область на 15-й международной образовательной олимпиаде. 15 учеников гимназии номер 2 имени Шокана Уалиханова стали лучшими в интеллектуальном состязании, прошедшем в турецком городе Анталия. Все участники вернулись с победой. Всего нашим школьникам удалось получить 22 медали. В международном образовательном соревновании приняли участие около 1000 учащихся. Лучшие ученики из 15 стран в течение одной недели проходили тестирование, решая различные задачи. Ученица 9 класса гимназии номер 2 имени Шокан Валиханова Шугла Исдаулет рада, что все, кто вместе с ней участвовал в этой олимпиаде, вернулись с призами. Сама ученица в данном конкурсе проверяла свои знания по химии. Химия, да? Я участвовала в олимпиаде по химии. Задания были не такими сложными. В целом, олимпиада прошла легче, чем ожидалось. Ранее я уже принимала участие в областных, республиканских интеллектуальных конкурсах и не раз занимала призовые места. Международная образовательная олимпиада в Анталии – одно из лучших ежегодных образовательных конкурсов. Участию в нем казахстанских школьников посодействовали родители. Они профинансировали поездку детей. В свою очередь, руководство школы поблагодарило родителей за спонсорскую помощь. Наши дети показали очень хорошие результаты. Но я думаю, что в первую очередь это заслуга, конечно же, педагогического коллектива. Также нас поддержали родители. Пусть в сфере образования Алматинской области будут только победы. Мы очень рады, поздравляем. В этом интеллектуальном турнире участники смогли проверить свои навыки в биологии, математике, физике, химии, всемирной истории, познанию английского, русского языка и литературы. Коллектив школ верит, что их ученики смогут в будущем стать победителями еще на многих олимпиадах. Айслу Жандосова, Мирюет Кудабаева, Забира Кактан, телеканал Жетасу, Кунаев.